Ребят, всем огромный привет. Короче, это должно было видео быть по продолжению установки проставок на моего Рапида. Я буквально сейчас уже прикинул одно колесо. Все подходит. Единственное, нужно проставку, скорее всего, напишите в комментариях свое мнение. Вот проставка одевается нормально на ступицу. Но так как у меня не штатные колеса, приходится... Ну, то есть... ЦО не совпадает, то есть на проставке ЦО, ну вот это, меньше, да, чем на диске. Стоит ли так поставить, и либо же все-таки прикупить проставочное кольцо. Накинул я, значит, колесо, руки вот, доказательство того, что я накидывал колесо. Все одевается, все прикручивается длинными болтами, все как надо. Вот, я вам скажу, выглядит это просто бомбически. Колесо сразу вылазит наружу на целый сантиметр, это очень заметно. И выглядит это как минимум теперь правильно. Вот сейчас хочу с вашего мнения спросить, стоит ли покупать проставочные кольца, либо, ну, можно так поставить, потому что сама проставка, она одевается очень хорошо на ступицу, нигде ничего не болтается, все по отверстиям совпадает. А вот что касается самого диска, который одевается уже на ступицу, там, конечно, да, на ЦО он, ну, на вот этом, на ЦО он болтается, диск как бы вверх-вниз ходит, то есть плотно не садится. Но если ты прикручиваешь его болтами, то, собственно, все в порядке. Не знаю, я вот в этом всегда путался и путаюсь. Стоит ли, еще раз, ребят, спрошу вас, стоит ли покупать проставочные кольца или нет? Вот, а так, блин, очень круто. Блин, жалею, что я не снял это, не подснял, не показал вам. Но не было с собой ни камеры, ничего. Вот, но выглядит это теперь очень круто. Получается, что теперь передняя колея практически выровнялась с задней. И у меня руки уже, если честно, чешутся посмотреть и попробовать, как это будет в дороге, вообще в движении, как себя машина будет вести. По идее, это должно увеличить управляемость в поворотах. Да, как-то так, ребят.